Доброго времени суток, друзья! Мы продолжаем прохождение Kung Fu Panda, и теперь мы отправляемся на, так сказать, эксклюзивный, интимный разговор с повелителем обезьян. Это на самом деле считается такой очень страшный, большой, гориллный орк, который нам будет, так сказать, объяснять, что мы не очень-то вписываемся в его критерии по поводу посещения его владений. Соответственно, нам нужно будет это максимально объяснить ему, что все-таки мы 24 снаряжения уничтожить. То есть мы сейчас будем с вами воевать против горилл. Поэтому постараемся объяснить им, что все-таки эта земля принадлежит нам. И постараемся объяснить этому большому биг-боссу горильщику, что все-таки он не прав. Я решил, кстати, ребят, себе такой костюмчик прикупить. Он стоит 750 голды. Я уже давно его нафармил, как бы, и решил себе немного поменять имидж. Я думаю, вы оцените данный экземпляр на мне. За это поставите дополнительные лайкосы и подписочки, да? Поэтому давайте отправляться дальше. В общем, все сводится к тому, что фишка в том, что нам нужно объяснить данному большому горильному орку, ну хотя это не орк, это горилла, что он не прав. Вот он, кстати, стоит. Познакомимся сейчас с ним. Что, панда? Этого не может быть. Эй, ты! Это моя территория, понял, да? Что ты здесь делаешь, а? Ничего, ваша огро... Миша, я не ищу здесь никаких сверхъестественных реликвий, кунг-фу. Какого... Поберегитесь. Вот это именно тот большой горильный монстр, который нам нужен теперь пообщаться. Окей, Гугл, пойдем дальше. Ну что, давайте думать. Ну поднимайся давай, ёб твою мать. Ну чё проблема-то, а? Ну, залазь. Да пофигу вообще. Все, мы поднялись, отлично. Немного дерзко, но ничего он нам не сделает, как бы. Давайте отправляться быстрее дальше. Так, мост он сломал, да? Пути назад нет, ребята. Принеси как минимум 5 из 7 ликвий города в Вудан, чтобы храм процветания нас процветал. Хорошо. Я вас услышал, мастер. Congratulations, you have... Я, конечно, не обещаю, что я принесу эти реликвии все, как бы, но постараюсь, чтобы они у нас все-таки... Так, погоди, как нам туда подняться? А, вот у нас, да? Здравствуйте! Вот они, те реликвии, которые нам нужны. И он, кстати, постоянно кидается этим. Между прочим.
Так, ладно. Давайте искать реликвии. Хорош камнями кидаться, а? Кунг-фу панда. Хорошо. Ну давай. На. Так, вторую реликвию мы собрали. Хорошо. Так, окей, давайте теперь сюда. Ты ко мне пристал, а? Отстань. Уа! На! Да что вы говорите? Да пофигу вообще. Так. А как нам туда попасть? Блин. Прилетело. Ну, он жирный стоит и кидается, да, по мне? Так и фигню, и блин. Камнями кидается, вообще никакого уважения к гостям, просто бесполезный прям вот такой дерзкий большущий горильный монстр. На! Что? Никакого уважения к гостям. Так, 4 из 7. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Так, а чё, подожди, у нас тут... А, вот у нас друзья, да? Лови! Так, половину я уже обезвредил. Летательных гарпунов, которые могут мне помешать по поводу того, чтобы я нормально продвигался по локации. А то обезьяны какие-то прям дерзкие. Я понимаю, что я нашел нужное количество, но меня это не интересует. Я постараюсь найти все. На! Так, 14, да? Пятнадцать. Осталось чуть-чуть, да? Ах ты урод, а! Ёп! Твою мать, сука! You found enough relics. Урод, блин. Козёл, блин, а? Хм?
6 из 7, да? Congratulations, you have found a rare coin. Редкую монету нашли, это хорошо. Так, мы, считай, забрали последнюю. Так, все, 7 из 7 сделали, отлично. Идем в храм. Скорее, по, горел здесь, в храме. Хватит терять время, найди другой вход, я разберусь с ними. Мастер Шифу, да? Да чё он не дерётся-то, блин? Какой мы злой. Рики, за ними, по, быстрее. Поу, поу, давай, поу. Включаем инстинкт дракона, погнали. Ай-яй-яй-яй. Сука, ну давай. Ну что? Are you ready? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Так, у вас тут подкрепление, да? Получается мне его нагибать-то, а? О, хорошо, так. Это статуэтка. Congratulations, you have found the Shifu figurine. Shifu статуэтка. This unlocks something special. Хорошо. Ну-ка. Сука, блин, чтоб твою мать, а. Ну-ка, блять, давай. Оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо, не обижайте меня, пожалуйста. На. На, сука. Что? Опа. Блин, ты смотри, что-то он какой-то, блядь, неубиваемый прям. А если вот так? Лови. Упал. Шабуя! Шабуя! Как тебе стиль панды, крошка? Молодец. Ты не облажался. Ух ты. Спасибо, мастер. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Берегите себя. Подписывайтесь на каналчик. И все самое такое сочное будет у нас дальше. Всем удачи. Еще раз, ребята, увидимся.